Если несколько раз запустить наш алгоритм вручную на каком-нибудь примере на бумажке, то можно увидеть, что в действительности можно делать все гораздо проще. Можно все точки покрыть более-менее за один проход по точкам слева направо. Мы ведь действительно на каждом шаге покрываем самую левую точку, а потом выкидываем точки, которые лежат правее от нее, и потом продолжаем так двигаться направо, направо, направо. На бумажке нам удобно, что мы на все точки действительно смотрим сразу в отсортированном порядке. Поскольку нашему алгоритму точки даны в произвольном порядке, давайте сразу возьмем их и отсортируем. Дальше действительно пойдем слева направо. Итого, изначально мы возьмем первую точку, то есть в переменную и запишем значение 1, и будем увеличивать и, пока оно не станет большим, чем n. На очередном шаге мы добавляем в наше решение отрезок, который покрывает нашу минимальную непокрытую точку, то есть самую нашу левую точку. Итак, мы к решению добавляем отрезок LR, который совпадает с текущей этой точкой. Изначально это просто самая первая точка. После этого нам надо выкинуть все точки, которые попали в этот отрезок. Ну, надо по нашим отсортированным точкам просто пойти дальше направо до тех пор, пока у нас точка текущая x и t попадает в этот отрезок. Поскольку мы идем правее, то она уж точно лежит не левее, чем L, и нам надо просто идти до тех пор, пока точка, пока координата точки меньше либо равна, чем R. Вот это здесь и происходит. Итак, мы x и t уже покрыли, поскольку у нас есть отрезок LR, который начинается в точке x и t и заканчивается в точке x и плюс 1. Дальше мы и увеличили на единичку, и продолжаем его увеличивать, пока либо точки не кончатся, либо пока точки попадают в отрезок LR. Когда закончилось, то все, мы остановились и вернулись вот сюда вот. То есть продолжили покрывать наши точки. Но в конце просто вернули построенное решение. Соответственно, время работы. Вначале мы делаем сортировку. Итого тратим какое-то время на сортировку всех n-точек. Оставшееся время, как нетрудно видеть, линейно. Мы на каждой итерации, то у нас два вложенных цикла пока, но и там, и увеличивается на единичку каждый раз. Соответственно, мы просто идем по всем точкам слева направо, ну и делаем какие-то константные проверки там и добавление отрезка к решению. Соответственно, тратим время линейное. Итого мы тратим линейное время плюс время на сортировку. Забегая вперед, давайте скажу вам, что сортировку n чисел можно осуществить за время n log n. Об этом мы с вами еще узнаем и во всех деталях разберемся. Соответственно, время, требующееся на сортировку, это n log n, время на все остальное линейно. N log n растет быстрее, конечно, чем у от n. Еще раз, чтобы сравнить n и n log n, нам можно n сократить. Здесь останется просто единица, а справа log n. Log n растет, конечно, быстрее, поскольку единица — это константная функция, а log n — это ничем не ограниченная возрастающая функция. Соответственно, суммарное время работы нашего алгоритма — это n log n. Опять же, по правилу, по нашему последнему, когда у вас есть два слагаемых, то из этих слагаемых можно оставить только то, которое растет быстрее. Ну и как мы видим, этот алгоритм сильно быстрее, чем наш предыдущий. То есть, отсортировав предварительно точки, мы получили возможность гораздо быстрее за один проход покрыть все точки. Давайте на нашем же игрушечном примере посмотрим, как этот алгоритм бы отработал. Вот у нас там точки изначально 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изначально и равно единице, и мы создаем вот такой вот отрезок. После этого вот эта точка покрылась, это покрылось, это покрылось, и у нас находится вот здесь. После этого мы добавляем вот такой отрезок, покрылись эти три точки, ну и, наконец, добавляем вот такой отрезок, и покрылись оставшиеся две точки. Итак, действительно, решение с тремя отрезками оптимально.